19 декабря выставочный зал Одесского морского вокзала встречает деток. По благословению митрополита и при поддержке Одесской мэрии и Одесского областного совета мира здесь состоялся праздничный благотворительный концерт. Сегодня по благословению владыки митрополита Агафангела организован этот ежегодный, уже традиционный праздник в честь святителя Николая для многих-многих детей-сирот из различных неблагополучных семей. Сам Христос к нам обращается в Священном Писании, говорит: «Будьте как дети». И вот этот праздник, в котором мы сегодня принимаем участие, он для нас, для взрослых, должен быть назидательным, какую имеют глубокую веру в чудо эти маленькие сердца. Сегодня к 50-летию Одесского областного совета мира уже традиционно, ежегодно мы проводим такие прекрасные благотворительные праздники для детей, инвалидов, малоимущих, многодетных семей совместно с Одесской епархией, с администрацией Одесского морского порта. Нам очень приятно, что вот такой красивый зал сегодня вот нам помогли организовать и доставить. Мы дарим детям прекрасные сладкие подарки, пряники, конфеты, сок. И, конечно, самое замечательное настроение в этот прекрасный православный праздник, который посвящен святому Николаю. Если каждый из нас найдет среди своего обычного суетного ритма место для веры в Бога, Господь обязательно явит каждому из нас чудо. Сегодня будет здесь присутствовать 1000 детей со всей Одесской области, со всех районов, это из детских домов, вот я же говорю, то есть многодетные семьи приехали к нам, инвалиды, то есть видите, дети идут и идут, то есть очень самые дальние уголочки области даже, вот Рени, Подольск, Балтов. Гостями праздника стали дети из Одессы, Черноморска, Южного, а также Балты, Подольска, Татарбунар и других районов Одещины. Это воспитанники интернатов, дети из семей переселенцев, участники боевых действий и малообеспеченных семей. Я в Европе Санта-Клаус, здесь святой я Николай. Каждый год я появляюсь, в декабре меня встречай. Знаю, вы живете дружно, я внимательно слежу за детьми, и кто послушным был, того я награжу. Для нас самое важное, для нас, для взрослых, хочется, чтобы вы сегодня получили столько эмоций, чтобы на весь год вам хватило счастья, радости, мира и благополучия. Сегодня праздник святого Николая. Что это за праздник? Это праздник, когда обычно послушным детям приносят хорошие игрушки под конфеты, под подушки, а плохим прутики. Ремни. Это когда надо любить, уважать друг друга, чтобы было все счастливо и чтобы всегда тебе ложили подарки под подушку. Что ты загадала святому Николаю? Я загадала пуанты. Это веселье, радости и святой Николай дарит под подушку подарок. Что тебе сегодня подарили? Мне подарили сладости и деньги. Да? А что ты загадываешь? Я загадываю, чтобы все было хорошо и все были веселы. Это, ну как сказать, это очень ответственный день, потому что вот День Святого Николая, это тот день, когда ты можешь узнать себя. В этот праздник я хочу всем вам, дорогие братья и сестры, пожелать крепкой веры, которая, я уверен, сотворит чудо в первую очередь в нашей земле, которая сегодня претерпевает различные испытания, и Господь умерит нашу жизнь, взирая на глубину нашей веры в наших сердцах. С праздником, дорогие братья и сестры! Помимо чудесной концертной программы, каждому ребенку дали сладкие подарки от организаторов праздника.